зовут Матвей. Я был миллиардером до вчерашнего дня, когда появились две новости. Плохая: у меня теперь нет денег. По документам все банки принадлежали моему отцу. Ты войны хочешь? Война, значит, война. И очень плохая: у меня теперь есть семья. Ты уверен, что ты мой сын? 99,9%. Беда. Поскольку вы все мои дети, с этой минуты у вас будет одна цель – вернуть наши бабки. Во Франции в одном сейфе лежит расписка, по которой все имущество принадлежит мне. Если расписка у нас, все. Это уже не ограбление. У меня только один вопрос. Мы как попадем в банк? Это был мой банк, сынок. Считается одним из самых надежных в мире. Камеры в инфракрасном режиме везде. Само хранилище в стальной капсуле. С опытом боевых действий кто-нибудь есть? Начальник службы безопасности. Вот он реально крутой. Отличная у нас команда. Идиот с пушками. Диковатый бульдозерист. Психолог, которому самому нужен психолог. И безрукий хакер. Как же без вас было хорошо. В глубине души я люблю свою семью. Мне дороги эти люди. Ну, не то чтобы совсем дороги, но довольно прилично. Примерно на миллиард. Ну что, детки, время ходить по-большому? Пукать надо было раньше.